Минимальная стоимость государственного пакета акций Одесского припортового завода составит 523 миллиона долларов. Об этом в эксклюзивном комментарии 7 каналу сообщили в Фонде госимущества. Во вторник конкурсная комиссия определила предварительные условия приватизации ОПЗ. Цена, которая предварительно определена по результатам экспертной оценки, я же сказал, она не может быть уже меньше, она может быть только больше. Ну, если говорить о долларовом эквиваленте, это 523 миллиона долларов. Но это стартовая цена. Стоимость сформирована по результатам независимой оценки, которую провела компания «Увикон», отобранная на конкурсе фондом. Ориентировочно в середине июля уже могут состояться сами конкурсные торги, если до конца мая Кабинет министров утвердит условия приватизации. Предварительный интерес к ОПЗ высказали с десяток крупных компаний, в том числе иностранные. Помимо стоимости, потенциальному покупателю придется соблюсти еще ряд условий. Там очень серьезный социальный блок обязательств, который предполагает выполнение в полном объеме и существующего коллективного договора. Он, на мой взгляд, для работников очень хороший. Достаточно серьезный блок экологических обязательств, то есть который предполагает реализацию всех рекомендаций, которые были даны в ходе проведенного экологического аудита. Также предусмотрено, что собственник разработает программу, дальнейшую программу модернизации и реконструкции комбината на следующие 5 лет и обязан будет ее реализовать.